В астрономической обсерватории имени Энгельгарда и планетарии Института физики Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Как становятся героями». Организатором мероприятия выступил Институт физики Казанского федерального университета при поддержке фонда имени Девятаева и общества с ограниченной ответственностью «Вектор-Че». Событие приурочено к 65-летию со дня присвоения звания Героя Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву. Легендарный летчик-истребитель стал первым и единственным советским солдатом, сбежавшим из немецкого концлагеря на вражеском самолете. Поскольку на борту находилось немецкое оборудование, это событие разрушило планы Гитлера по разработке секретного оружия. Я думаю, что для каждого человека личная встреча с сыном Михаила Петровича, Александром Михайловичем Девятаевым, это незабываемое событие, это возможность самому приобщиться к истории, услышать семейные предания, легенды, узнать, каким был в жизни Михаил Петрович. Это редчайшая возможность ощутить то, что прошлое никуда не исчезает. Тот, кто знает свое прошлое, уверен в своем настоящем и уверен в своем будущем. Смелость, отвага и выдержка – эти качества необходимы каждому герою. На подготовку к легендарному побегу было катастрофически мало времени. Любая оплошность грозила узникам смертной казнью. Но как решиться на борьбу, если риск настолько велик? Прикоснуться к истории можно будет в прямом смысле этого слова. Часть экспонатов – личные вещи Девятаева, которые его семья предоставила специально для выставки. К примеру, посетители смогут увидеть кожаную куртку летчика. На этих стендах работа, которая ведется в рамках фонда памяти по программе президентского гранта. Она еще продолжается, находим новые вещи, рассказываем об этом и надеюсь, что всем будет интересно сегодня. С 16 августа выставку можно будет посетить в музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, филиале Национального музея Республики Татарстан. Там она будет работать до конца года. Многие факты о жизни Девятаева все еще остаются под грифом «секретно», но его сын Александр Михайлович уверен, посетители выставки смогут узнать много нового и понять лично для себя, как же все-таки становятся героями. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.